Главному тренеру «Шинника» Александру Побегалову исполнилось 59. Ярославле он признан. Знаем, и футбольный мэтр начал карьеру тренера с детской команды «Шинника», возглавив основную команду, вывел ее в премьер-лигу. Побегалов за годы работы стажировался в таких клубах, как «Барселона», «Челси», «Аякс», «Штутгарт». Его тренерский стиль универсален, а искусство расстановки игроков на поле удивляет любого соперника. Побегалов вошел в историю «Шинника» не только как тренер. Именно он предложил руководству клуба сделать цвета формы черно-синими. Это было 14 лет назад. С тех пор форма не менялась. Сейчас Побегалов готовит «Шинник» к домашнему матчу с «Соколом» на базе в Белкино, где его поздравили с днем рождения игроки и коллеги.